Здравствуйте. Надеюсь, что все проснулись уже. Я хотел поприветствовать вас всех на 17-м ежегодном форуме по управлению интернетом. Я хотел обратить ваше внимание на то, что мы сегодня будем обсуждать очень важную тему. Это доверие к цифровым технологиям и безопасности. Меня зовут Соломон Касса. Я представляю эфиопскую службу вещания и являюсь одним из ведущих стратегов по вещанию. Наша цифровая безопасность находится под угрозой. Мы испытываем атаки на критические объекты инфраструктуры, это больницы, аэропорты, электросети. Все это имеет большие последствия. Сейчас интернет стал настоящим виртуальным полем боя. С пришествием пандемии COVID-19 киберпреступления начали расти, и огромное количество в 2021 году было получено жалоб на 7% больше, чем по сравнению с предыдущим годом в 2021 году от американских потребителей.
И, соответственно, мы видим огромные растущие цифры. Поскольку цифровизация развивается очень быстро, особенно после пандемии, мы видим также и нарастающие риски. Они становятся все более изощренными, все более с катастрофическими последствиями. Мы видим сейчас, что атаки наносят колоссальный ущерб. Киберпреступность вышла на уровень 6 триллионов долларов в год. Это только за 2021 год. В Риме в 2022 году произошло, имел место конференция по кибербезопасности. Вы понимаете, что такие преступления, как фишинг, атаки, программы-вымогатели, зловредное ПМО и так далее, все это является чрезвычайными угрозами, которыми мы должны бороться, в то время как искусственный интеллект и блокчейн могут проявить себя как полезные инструменты, так и зловредные. В связи с этим нам необходимо предпринимать ряд мер для того, чтобы совершенствовать безопасность в киберпространстве. То, что касается климата, Международный союз электросвязи начал развивать программу центров зеленых данных, а также мониторинг, глобального мониторинга электронных отходов. Мы должны обращать внимание на все цифровые вызовы, которые перед нами стоят. Как сказал Антонио Гутерреш, генеральный секретарь ООН, в будущем у нас будут два основных сдвига в 2021 году. Это климатический кризис и также цифровая трансформация. Для того, чтобы трансформация имела место, нам необходимо ответить на различные риски и найти способы с ними бороться. Сегодня мы с вами поговорим о том, как мы боремся с этими вызовами на глобальном и национальном уровне. Обменяемся опытом, посмотрим, как мы можем развивать наше сотрудничество и как мы можем принципы цифрового доверия и безопасности соотнести с нашими целями повестки 2030 года. Итак, у нас сегодня ряд экспертов представлены здесь, как в зале очно, так и удаленно. И я хотел бы сейчас представить им слово. Прежде чем мы начнем, я быстренько представлю участников дискуссии. Итак, господин Томас Хендрик Илвес, бывший президент истории и Эстонии и сопредседатель Совета по технологиям блокчейн Global Futures. Господин госпожа Муфарит Камил, это министр труда Эфиопии, Хироши Йошида, это министр внутренних дел и связи Японии, также Белла Черкесова, это замминистра цифрового развития связи и массовой коммуникации Российской Федерации, она подсоединилась электронно. Дарин Богдан-Мартин, это выбранный генеральный секретарь МСЭ. Господин Мартин, господин Нетвик, специальный представитель по политике в сфере цифровых услуг. Господин Маришо, посол Франции в Эфиопии. Доктор Мартин Норман, это представитель НАТО и ряд других экспертов, вице-президент от Microsoft по связям с международными организациями и ООН, он тоже находится удаленно. Давайте сейчас заслушаем высказывания наших экспертов. Но прежде чем мы это сделаем, давайте административно некоторые логистические замечания. Я хотел вам всем напомнить, что когда вам будут
когда вам будет предоставляться слово, пожалуйста, соблюдайте регламент. Я буду вас прерывать, заранее приношу извинения, передавать микрофон следующему человеку. У нас 2 часа впереди, пожалуйста, следите за временем. Я уверен в том, что у нас все с вами получится, что мы за 90 секунд каждый из вас уложится в ваше высказывание. На этом давайте начинать. Итак, сотрудничество разных заинтересованных сторон — это критическое явление, которое необходимо нам для того, чтобы реализовать вопросы безопасности. Вопрос, что мы делаем в рамках правительств и других акторов для того, чтобы мы могли отвечать на эти вопросы в геополитическом контексте. Спасибо большое. Меня действительно попросили быть первым спикером. Я из Нью-Йорка прилетел, у меня jetlag. Мы действительно находимся в очень непростой ситуации. У нас гораздо больше проблем, чем мы себе представляем в этом отношении. У нас действительно есть недостаток доверия к цифровым технологиям между различными юрисдикциями. И этот недостаток доверия также существует между правительственными структурами и предоставителями услуг. У нас также есть отсутствие доверия между правоохранительными органами и теми, кто борется за права человека. Также есть недостаток доверие между провайдерами цифровых услуг и пользователями. Поэтому это те связи, которые нам необходимо рассмотреть в основе плодотворного сотрудничества. Вот именно такие стейкхолдеры, такие заинтересованные стороны участвуют в этом. И подход, который мы должны выбрать, он будет ключевым для того, чтобы мы могли достичь наших целей. Очень важно и полезно то, что у ООН есть полномочия объединить эти усилия и создать вот такой консенсус, используя всевозможные механизмы в ее распоряжении. Спасибо большое, Соломон. Здравствуйте. Спасибо большое правительству Эфиопии, которое является принимающей стороной на этом форуме. Нам очень приятно быть здесь. Давайте по построению доверия, по укреплению доверия, что я могу сказать? Когда мы говорим про цифровую продукцию, люди, конечно же, хотят использовать цифровую продукцию. Что это значит? Значит, что общество не может пользоваться преимуществами цифровизации без какого-либо негативного влияния на с точки зрения вопросов безопасности. То есть вопрос доверия к цифровым технологиям является краеугольным. Он существует между самыми разными заинтересованными сторонами. Мы должны выстраивать доверительные отношения и между государствами, начиная с такого понятия, как транспарентность или прозрачность. То есть, например, прозрачность в интерпретациях законов тех или иных стран, намерения этих законов, их реализации, процедур, которые существуют для того, чтобы защищать интересы других стран. И также здесь речь идет о том, чтобы наблюдалась подотчетность различных государств в этих вопросах. Спасибо. У нас также господин Фик на связи. Спасибо большое, Соломон. Спасибо вам всем. Меня зовут Нейт Фик.
Я первый раз принимаю участие в IGF. Я, значит, первый раз назначен послом от США по цифровым технологиям. Мне кажется, что очень важно то, чем мы здесь занимаемся. У нас огромное количество устройств подключается к интернету, и их становится все больше и больше. Это, соответственно, влияет и на климат, плюс у нас еще пандемия ковида, которая повлияла на децентрализацию людей и на совершенствование цифровых технологий. Сейчас это как нельзя более важный вопрос. Я также хотела отметить два конкретных фактора, которые способствуют доверию к цифровым технологиям. Первое — это принятие и развитие мультистейкхолдерной модели этого подхода. Я сам являюсь предпринимателем в сфере интернет-технологий, и я очень ценю и считаю очень важным частный сектор и различные общественные организации. Я считаю, что такое согласие между ними, оно является краеугольным для продвижения вперед. Ну, и второе — это безопасность киберпространства. Мы все об этом говорим. Мы все считаем, что это базовое понятие. Поэтому я призываю вас всех, как стран-участниц, подумать над этим и представить свои соображения. Господин Пейнтер, вам слово. Спасибо. Как и мои коллеги здесь, я согласен с этим. Я тоже считаю, то есть я сначала работала в правительстве, теперь я занимаюсь вот этой мультисекторной моделью. Я видел на протяжении своей карьеры, как растут угрозы и какие последствия они имеют. Поэтому доверие между странами — чрезвычайно важная вещь, но здесь важны не только страны. Здесь важно и общество, и различные другие структуры. Это действительно мультистейкхолдерный подход. Я смотрю на наращивание потенциала следующим образом. Очень важно бороться со всеми злоупотреблениями, которые мы видим в интернете, но нам также надо обращать внимание и на хорошие вещи, которых мы добиваемся во время нашей работы. Именно ради этого нам нужно наращивать потенциал. Если государства не могут плодотворно участвовать в этой работе, они не смогут продвигаться. Поэтому действительно нам необходимо, чтобы все страны, участницы подумали над этим и сотрудничали в этом направлении по наращиванию потенциала. Это чрезвычайно важная цель, и я готов работать с вами всеми. Спасибо большое, господин Машигуан. Здравствуйте, большое вам спасибо. Господа министры и делегаты, действительно, киберпространство и доверие в нем — чрезвычайно важный момент. Мы должны соблюдать международные законы, должны наращивать потенциал. Это только что упомянули мои коллеги. Я также хотел выделить вот такой момент. Мы должны убедиться в том, что доступ к интернету не только гарантирован, но и то, что он безопасен. Это ряд вопросов, над которыми мы работаем в рамках мультистейкхолдерного подхода. И все платформы сейчас действительно совместно отвечают за эту деятельность. У нас несколько инициатив на повестке дня. Мы сейчас, например, работаем с Новой Зеландией. Эти инициативы имеют общую подоплеку, а именно построение или укрепление доверия к цифровым технологиям в цифровом пространстве. Спасибо, господин посол. По-моему, господин Касева у нас на связи сейчас. Давайте обратимся к ним. Прежде всего, глобальное доверие является важной основой любого плодотворного международного сотрудничества, которое возникает
только тогда, когда государства разделяют и следуют одним и тем же ключевым принципам. Это как любой вид спорта, например, футбол. Во всех странах мира команды строго следуют универсальным футбольным правилам, включая принцип честной игры, который является спортивной версией глобального доверия. К сожалению, в современной цифровой глобальной среде у нас нет универсальных правил поведения, нет принципа честной игры. У нас буквально нет фундамента для дальнейшего развития глобального доверия и безопасности. Все ключевые акторы, будь то государства или глобальные цифровые платформы, имеют собственные представления о правилах ответственного поведения в цифровой среде. Что хорошо для одного, совершенно неприемлемо для другого. И зачастую мы видим, что крупные частные структуры играют со своими корпоративными правилами и следуют собственным принципам. Очевидно, что в мире давно назрела необходимость сформулировать универсальные правила для всех игроков онлайнового пространства. И в первую очередь для государств, которые гарантировали бы доверие и безопасность в интернете. Не случайно об этом именно говорил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в своем прошлогоднем докладе «Наша общая повестка дня». Существует напряженность в глобальном сотрудничестве. Попытки сохранения доминирующего положения в интернете отдельных государств не позволяют начать процесс создания международных соглашений, в которых государства могли бы выступить гарантами прав и свобод пользователей в условиях доминирования ограниченного числа глобальных бигтех. Единственный возможный путь для построения цифрового доверия и безопасности между государствами – это следование принципам равенства и уважения суверенитета в международном сообществе. Мы последовательно поддерживаем курс на создание сбалансированной международной системы управления инфраструктурой сети интернет. Mr. Kaseva, we're going to have to move on to the next question. Thank you okay. So much. We appreciate it. Sorry about that. Okay. Thank you everyone for your insightful perspective on this important element. Большое спасибо за ваши выступления. Это действительно очень важно. Это важные моменты по вопросам сотрудничества для того, чтобы наше пространство в интернете было безопасным и действительно вызывало доверие. Сейчас я хочу обратиться к вам с следующим вопросом. Каким образом участники могут быть вовлечены более осознанно в развитие норм киберпространства? Какие требования необходимы и что необходимо в киберпространстве сделать с практической точки зрения? Я благодарю вас, и я обращаюсь к господину Тафику Джелайсе. Как вы знаете, мандат ЮНЕСКО основан на свободном обмене информации, свободном движении информации, и таким образом мы наращиваем потенциал наших программ. Во-вторых, создание нормативных инструментов ложится на плечи 193 стран членов ООН. В прошлом году по рекомендации ООС, ЮНЕСКО по вопросам этики искусственного интеллекта был рассмотрен этот вопрос, и также учитывались при этом нормы прав человека и уважение верховенства закона. Сейчас мы идем к созданию следующего нормативного документа, который называется «Интернет для доверия». Это платформа, которая обеспечит, что информация свободна и при этом позволит бороться с дезинформацией или ложными сведениями, распространяемыми в интернете. И вот все, что я кратко хотел сказать. Благодарю вас, господин Джелайсе. Господин Шарик, пожалуйста, вам слово. Благодарю вас, говорит господин Шарик. Если говорить об участии различных сторон в развитии норм
в киберпространстве, необходимо понимать, что не так много официальных способов участия. Процесс значительный был запущен ряд лет назад, и фактически это процесс, который обеспечивается комитетом по киберпреступности. И это хорошая практика, можно этот подход использовать. Есть различные процессы, которые выходят за рамки ООН, в частности, Парижское соглашение, вот то, о чем говорил посол Франции. Вне зависимости от того, какой есть практический подход, мультистейкхолдерное сообщество может принять участие и действительно быть вовлечено в развитие подобных норм. Вот прекрасный пример. Это процесс оксфордский, когда 100 юристов приняли участие в разработке норм международного права и выработали соглашение в контексте защиты выборов. В частности, Microsoft работал с Чешской Республикой по вопрос в серии рекомендаций о том, как внедрять нормы по защите объектов критической инфраструктуры в здравоохранении. Вот такие подходы позволят всем государствам найти успешный подход к выработке норм. Благодарю вас. Пожалуйста, госпожа Камил, министр труда Эфиопии. Здравствуйте. Это для меня большая возможность выступить перед вами. Я хочу поприветствовать всех вас. Добро пожаловать в Эфиопию. Я являюсь министром труда Республики Эфиопия. Я считаю, что это серьезный вопрос, и который мы разбираем, это вопрос доверия. Вопрос доверия в цифровом пространстве. И когда мы говорим о доверии и о том, каким образом мы будем вовлекать всех участников пространства в выработке норм, нам необходимо понимать, что необходимо изменить сам подход к этому вопросу, само отношение к нему. Мы сейчас говорим о решении технологических проблем. Да, но я считаю, что сам подход должен быть смещен в сторону ориентации на людей. Речь идет о мире. Речь идет о спокойствии и сотрудничестве. Это все взаимозависимые понятия. И если это так, то тогда необходимо начинать с системы образования, со школ и объединить всех, всем нам объединиться. И если у нас не будет вот этого мультистейкхолдерного подхода, участия всех заинтересованных сторон, то мы не сможем качественно обсуждать то, что мы должны построить. То есть, безусловно, технологические аспекты важны, аспекты защиты. Это все важно для создания мер трансформации, преобразования, но нам необходимо также вовлекать всех для того, чтобы решать вопросы образования. Пожалуйста, госпожа Телеуф, большое спасибо за возможность выступить. Прежде всего, важно о том, какие мнения существуют в сообществах в целом. И необходимо иметь определенные мнения, определенные убеждения для того, чтобы выработать эти нормы
поведения в киберпространстве. Следующий вопрос, как эти нормы формируются? И если мы их будем формировать, каким образом это делать? А на чем их основывать? Как их применять? И я полагаю, что ответами на ряд этих вопросов будут следующие. Нам нужно добиться хотя бы некого консенсуса между правительствами, возможно, международными организациями, частными компаниями. И мы говорим здесь о взаимном уважении к достоинству человека. То, о чем говорил предыдущий докладчик, это применение очень важно, и наш подход должен быть последовательным и должен уважать меры, нормы международного права. Потому что когда мы выберем эти нормы, и они будут универсальными, будут всеобщими, они тогда последовательно будут применяться, и мы тогда достигнем успеха. А следующий, пожалуйста, госпожа посол. Господин посол, простите, посол Франции. Конечно, требуется определенная храбрость. И существует определенный процесс, и рабочая группа при ООН работает в соответствии с резолюцией. Вот 3 ноября была принята очередная резолюция, и все страны сталкиваются с этой проблемой, поэтому нам необходимо выработать некий механизм ответственного использования технологий. Это будет некий постоянный механизм, который позволит выработать определенную платформу применения технологий, которая позволит затем наращивать потенциал, содействовать сотрудничеству и диалогу между заинтересованными лицами, вовлечет и гражданское общество, и научные, и образовательные круги, и это позволит действительно действовать на основе консенсуса, и это координация этой деятельности будет проходить с упором на переговоры, и мы с нетерпением ждем начала работы по данному направлению с коллегами. Господин Чен, вы хотите добавить что-то по поводу от ООН по данному вопросу? Госпожа Чен говорит, что если говорить об кибератаках, то здесь проще сказать, чем сделать, безусловно. Мы уже 30 лет работаем по данной проблематике, продолжаем все еще обсуждать это, то есть не выработаны какие-то конкретные решения. Я, когда еще был молодым человеком, вот я тогда был молодым, а сейчас уже вот и голова седая, а беседа это продолжается, проблема до сих пор не решена. Я надеюсь, что все-таки это обсуждение в какой-то момент приведет к созданию, точнее, к заключению международного соглашения. И у нас есть определенное понимание этой ситуации, и мы понимаем, что многое предстоит сделать. Путь нелегкий. И есть целый ряд основополагающих принципов, таких как международное соглашение по 19 официальных документов, касающихся борьбы с терроризмом, и большое количество документов Совета Безопасности, рекомендаций и прочих принципов,
работы. Я думаю, что в центре всего лежит сотрудничество и взаимное уважение, создание платформы на основе взаимного уважения и равенства всех участников, которые могут нести свой вклад. Вот сейчас действительно проходит чемпионат мира по футболу, и мы должны задать себе вопрос, как так происходит, что вот сегодня даже самые там далеко расположенные страны могут принять участие в соревнованиях, есть нормы справедливой игры, правила. И вот таким образом нам нужно взять это за основу, может быть, как пример, и создать определенные нормы участия равноправного всех. И, опять же, базовые нормы человека должны быть поставлены во главу угла. И это, безусловно, упирается в права человека. Это критический аспект, и это должно быть самым важным здесь. И затем уже можно как бы пошагово идти и другие вопросы добавлять, решать. Мы должны взять на себя обязательства и затем в контексте развивать, добиваться, выполнять взятые на себя обязательства и отвечать на поставленный вопрос. Благодарю вас. Господин Томас подключился к нам удаленно, пожалуйста. Благодарю вас. Я кратко, буквально. Меня беспокоит, что кибернормы, скажем так, являются более важными, почему-то изображаются, чем общие ценности. А я считаю, что без общих ценностей невозможно выработать нормы поведения в киберпространстве. Есть общества, которые поддерживают свободу выражения, свободные выборы и так далее. Вот, в частности, одна из мультистейкхолдерных групп, в которой я участвую, которая как раз называется Трансатлантическая комиссия по и целостность демократических норм, которая на самом деле следит за этим. То есть, если у вас нет свободных выборов, то тогда нет никакого смысла, понимаете? То есть, свободы и фундаментальные права, они должны предшествовать созданию определенных норм. А потому что если вы не можете договориться по основам, то тогда и невозможно выработать какие-то нормы. Кибербезопасность... вот если не будет работать, если вы не разделяете ценностей, если у вас нет общего понимания ценностей, если вы здесь расходитесь во мнениях, то тогда невозможно и выработать нормы. А есть страны, которые эти фундаментальные ценности не соблюдают. Я считаю, что здесь мы забегаем вперед. То есть нормы киберпространства, на мой взгляд, также должны быть нормами свободного демократического общества. Благодарю вас. Если я вас прерываю, извините, пожалуйста, да, может быть, да, те, кто к нам удаленно подсоединились. А, следующий вопрос у меня касается кризиса климатических изменений. Итак, это сегодня важная тема повестки, и каким образом мы можем повысить ответственность, может быть, различные зеленые центры, инфраструктуру, производство, переработка. И я сейчас господину Йешуда передаю слово. Пожалуйста, вы будете первым. Yeah.
Здравствуйте. Благодарю вас. Технологии действительно могут представлять собой источник определенных проблем для климата. И у нас, безусловно, объем данных в нашей стране вырос вдвое после того, как разразилась эпидемия коронавируса. И к 2030 году потребление в цифровом пространстве вырастет в 36 раз по сравнению с сегодняшним днем. К 50-му году, по-моему, в 4000 раз. И это только в цифровом пространстве. И это ведет и к увеличению потребления электроэнергии. Нам нужно вырабатывать новые технологии. Решение должно выходить за рамки технологий 5G или 4G. То есть необходимо снижать потребление электроэнергии. То есть новую технологию надо вырабатывать, иначе может наступить кризис. И каким образом использовать цифровые технологии, в частности, для того, чтобы содействовать развитию цифрового общества, нам необходимо развивать существующий потенциал. Я передаю слово следующему спикеру, госпожа Белла Черкесова. Как мы можем использовать цифровые технологии для поддержки перехода развивающихся стран и стран с переходной экономикой к углеродной нейтральности? Особенно в свете недавней 27-й климатической конференции ООН. Считаю, что необходимо совместными усилиями содействовать доступу к технологиям и обмену ими, вкладывать средства в улучшение координации глобальных цепочек поставок и устранять односторонние барьеры, я имею в виду санкции, в интересах глобального устойчивого развития. Например, сельское хозяйство занимает значительную долю в глобальных выбросах парниковых газов, и мы не можем реально рассчитывать на решение климатической проблемы без преобразования сельского хозяйства. Использование информационных технологий, чтобы сделать сельскохозяйственное производство действительно регенеративным, является следующим рубежом в позиционировании цифровых технологий для содействия устойчивому развитию. В России реализуется ряд проектов, например, мониторинг парниковых газов с помощью космических аппаратов, которые демонстрируют возможности цифровых инноваций для минимизации и смягчения последствий воздействия сельского хозяйства на окружающую среду. И в текущей непростой международной ситуации, наверное, прежде всего должны быть востребованы международные организации, которые могут и должны предложить островки и стабильности для совместной работы государств. И в частности, хотела бы напомнить о Международном союзе электросвязи и его ведущей роли в информационно-коммуникационных технологиях. Спасибо. Thank you. Thank you, Ms. Черкесова. Большое спасибо, госпожа Черкесова. Тот же вопрос я адресую и другим участникам нашей встречи. Да, действительно, мы говорим о новых технологиях, о цифровых технологиях и об их роли. Что вы можете добавить? The mics don't like me. Can you hear me? Can't hear you well. Thank you. Да, мы вас хорошо слышим. Нет, к сожалению, проблемы со звуком. Давайте перепроверим микрофон. Наверное, какая-то магия происходит на платформе. У нас возникли небольшие трудности. Дело в том, что когда мы обсуждаем тему окружающей среды, экологии, тема эта непростая. Однако
Обсуждая ее, мы должны прежде всего заручиться доверием. Доверием друг друга. Это очень важно. И действовать здесь нужно поступательно. Однако доверие – это отправная точка для дальнейшей работы. У нас должна быть такая среда, в которой каждый может обсуждать технологии откровенно и обсуждать то, как можно одни технологии менять на другие, какие новые технологии нам необходимы. Когда мы обсуждаем саму концепцию инноваций в той или иной области, мы должны одновременно учитывать то, как эти инновации будут внедряться в конкретную среду. Благодарю вас. Большое спасибо. Я хочу передать слово следующему спикеру. Большое спасибо. Думаю, что климатическая безопасность, вопрос напрямую связан с продовольственной безопасностью. Технологические меры, конечно, могут помочь решить эту проблему, однако лишь частично. И важно понимать, насколько они могут быть эффективными, насколько мы можем использовать новые технологии, в каких случаях технологии могут решить те или иные сложности или предотвратить возникновение каких-то проблем. Например, если мы говорим о зеленой среде и о технологических мерах, опять же, можем обратиться, к примеру, Эфиопии. Есть определенный местный контекст, знания коренных народов. Об этом уже говорил господин премьер-министр в своем вступительном слове. Да, это тоже очень важные факторы, которые мы должны учитывать, потому что без них мы не сможем добиться поставленных целей. Например, сейчас мы задались целью высадить определенное количество деревьев в нашей стране, и потихоньку движемся в направлении к этой цели. Можно говорить, что за последние несколько лет, за последние 4 года, мы не только выполнили эту цель, но и перевыполнили ее. 25 миллиардов вместо 18 миллиардов деревьев были высажены. Поэтому, конечно, в этом нам помогли в том числе и новые технологии. Поэтому важно их учитывать, важно учитывать их потенциал и реализовывать его. Поэтому ответ мой на ваш вопрос однозначный – да. Большое спасибо. Господин Джеласи, слово вам. Большое спасибо. Думаю, что усилия по достижению чистых нулевых выбросов для борьбы с изменением климата – цель очень важная. И цифровые технологии, в частности, аналитика, могут помочь нам в этом деле, потому что они могут сократить выбросы на 5, а может быть даже 10%, если говорить о парниковых газах. Это очень важная тема, о которой важно помнить. Второй момент. Политики должны помнить о том, что у нас есть новые технологии. Важно быть в курсе новшеств. Более того, важно не только знать о них, но и понимать, как мы можем использовать их для того, чтобы наращивать и расширять потенциал на местах. Мы можем использовать этот потенциал, однако очень часто его используют недостаточно. Ну и, наконец, очень важно обеспечить открытые данные и открытую науку. Это важнейшие инструменты для развития и мониторинга изменения климата и политики в этой области. Как только соответствующие рекомендации и инструменты принимаются, например, на уровне ЮНЕСКО, важно сразу же применять их на практике. В ЮНЕСКО, например, были приняты стандарты в отношении открытых данных и открытой науки. Это очень важные и полезные инструменты. Давайте ими пользоваться. Большое спасибо. Я передаю слово госпоже Богдан Мартен. Большое спасибо. Да, думаю, очень много параллелей можно провести между изменением климата и климатическим кризисом и кибербезопасностью. На протяжении многих десятилетий мы обсуждаем эти темы так или иначе, и мнения возникают разные. Иногда нам сложно выработать консенсус, однако важно помнить о том, что угрозы сейчас стоят перед нами особенно большие и серьезные. Нам нужны прорывы, иначе наша система просто не выдержит.
Как говорили уже предыдущие докладчики, да, конечно, цифровые технологии играют критически важную роль, если говорить об изменениях климата, смягчении последствий от него, выработке мер по предотвращению изменения климата, борьбы с выбросами и так далее. Другими словами, мы должны принимать стандарты, мы должны проявлять гибкость, мы должны отслеживать ситуацию, мониторить ее постоянно. И для этого мы, безусловно, должны сотрудничать и на уровне регуляторных органов, обеспечивать создание стандартов и их выполнение. У нас есть политика в области электронных отходов, мы работаем над ней, однако, к сожалению, пока не так много стран присоединилось к этому направлению нашей деятельности. Более 3 миллиардов долларов было выделено на то, чтобы создать в ближайшие 5 лет систему раннего оповещения. Мы надеемся, что эта работа будет продолжаться и впредь. Большое спасибо. Следующий вопрос. Как можно создать основу для последующего сотрудничества на уровне стран между заинтересованными странами? И, может быть, у вас есть какие-то хорошие примеры того, как удачно было организовано подобное сотрудничество? Для начала я хочу передать слово господину Яшида. Большое спасибо. Я думаю, что вопрос безопасности, конечно, очень сложный. Наверное, нам никогда не удастся его окончательно решить, потому что те или иные угрозы будут возникать вновь и вновь. Однако у нас есть определенные ресурсы, основываясь на которых и используя которые, мы можем обеспечить сотрудничество государственных и частных структур. И благодаря этому сотрудничеству, например, в нашей стране нам удалось добиться определенных успехов. Второй момент – развитие человеческих ресурсов. Мы проводим различные мероприятия, которые направлены как раз на расширение потенциала людей в области безопасности. Вот, например, в Бангкоке в 2018 году прошло крупное мероприятие, посвященное этой теме. Всемирный банк также участвует в этой деятельности и помогает нам развивать различные партнерские инициативы в данной области. Кроме того, мы сотрудничаем с нашими партнерами из Африки. Эти инициативы постоянно развиваются. Мы работаем над вопросами безопасности вместе с нашими партнерами, и эта работа не останавливается ни на минуту. Вместе с Соединенным Королевством, Эстонией, Нидерландами и другими странами, в том числе, например, США, мы работаем над вопросами кибербезопасности, пытаясь разрешить существующие угрозы в данной сфере. Работа эта продолжается, и я надеюсь, она не будет останавливаться и в будущем. Большое спасибо. Передаю слово следующему спикеру. Благодарю вас. Да, действительно, сотрудничество между заинтересованными сторонами – очень важное условие успеха. Я из Нидерландов, в нашей стране территория находится ниже уровня моря, а это значит, что это накладывает определенную специфику на нашу культуру, на нашу страну и на ее жизнь. Вообще мы привыкли действовать в любом вопросе на основе консенсуса, поэтому наша задача была привлечь все заинтересованные стороны к общей работе. Какие выводы мы сделали, работая с нашими партнерами из других стран? Каждый стремится к продуктивному участию со стороны всех заинтересованных сторон в рамках одной страны. Для того, чтобы обеспечить это, важно сделать так, чтобы наиболее значимые или активные заинтересованные стороны способствовали тому, чтобы в процесс включались и все остальные. Вот такой подход мы используем в нашей стране и также пытаемся продвигать его и на международной сцене. В нашей стране цифровизация находится на довольно высоком уровне, однако у нас есть и определенная ответственность. Мы пытаемся передавать наш опыт другим и помогать остальным с тем, чтобы и они тоже постепенно переходили на новые уровни цифровизации. Вместе с нашими партнерами мы, например, провели глобальный форум по киберэкспертизе или киберзнаниям. Мы проводим различные другие мероприятия по наращиванию потенциала, например, в области права в киберпространстве и по другим темам, тем самым внося свой вклад, скромный вклад в развитие киберпространства. Большое спасибо. Следующий спикер.
Я приведу буквально пару примеров. Первый из нашей страны, США. У нас есть совместная программа по сотрудничеству в области киберпространства, в которой участвуют все заинтересованные стороны, правительство и частный сектор, гражданское общество. Наша задача не только обмениваться информацией в одностороннем порядке. Например, вы мне передаете информацию, а я ее принимаю к сведению. Нет, мы обмениваемся информацией в двустороннем формате. На международном уровне есть организация по сотрудничеству и взаимодействию в Европе, которая также занимается вопросами безопасности в киберпространстве. Мне кажется, это отличный пример того, как можно наладить сотрудничество в данной сфере. И когда возникают какие-то трения или проблемы, мы можем обсуждать их, мы можем взять на это необходимое время и проработать их достаточно тщательно для того, чтобы выработать консенсус по данным вопросам. Большое спасибо. Следующая. Мисс Богдан Мартен, прошу вас. Госпожа Богдан Мартен из МСМ, прошу вас. Большое спасибо. Я вот к чему хотела вернуться. Мы говорим об эффективном и постоянном сотрудничестве. Оно должно основываться на диалоге и на активном участии всех заинтересованных сторон. Об этом мы уже говорили ранее. Речь идет не только о сотрудничестве между странами, но и между разными группами в обществе, между отдельными гражданами. Думаю, что важно об этом помнить. У нас должен быть такой комплексный подход, и на уровне правительства в том числе. Конечно, международные организации должны выполнять свои функции, они вносят свой вклад в эту деятельность, но и другие заинтересованные стороны тоже должны участвовать в этой деятельности. Конечно, у нас много партнеров. Это и разные международные организации. Мы проводим различные мероприятия вместе с ними по наращиванию, расширению потенциала в области киберпространства и использования его. Однако важно помнить о том, что здесь есть различные аспекты, правовые, технические, и в том или ином смысле наши возможности могут быть ограничены, а значит, мы можем помогать друг другу. Большое спасибо. Да, постараюсь выступить кратко по этому вопросу. Несколько примеров того, как можно организовать устойчивое сотрудничество, говорит господин Хендрик. Хочу отметить работу Центра НАТО по кибербезопасности. Очень многие члены НАТО принимают участие в деятельности этой организации, равно как и другие страны-партнеры со всего мира. Здесь наше взаимодействие основывается на доверии, на уважении общих ценностей. И эта работа ведется довольно активно. С 2007 года мы работаем и постоянно наращиваем темпы нашего сотрудничества. Вот уже 14 лет. Также хочу отметить, что есть еще один отличный пример того, как была налажена функциональная совместимость систем между разными странами, например, Финляндией, Португалией, Хорватией. Некоторые страны присоединялись к этой общей системе постепенно, однако работа эта ведется довольно успешно. Также хочу отметить, что важно обеспечить взаимодействие с представителями гражданского общества. Благодаря нашим совместным усилиям мы можем обеспечить гарантии кибербезопасности для всех нас. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Спасибо, господин Томас. Я передаю слово следующему спикеру. Большое спасибо, говорит Крис Пейнтер. Буквально 11 лет назад я был одним из первых специалистов по кибербезопасности. Сейчас, конечно, ситуация сильно изменилась. Очень важно, чтобы мы продолжали сотрудничать по линии кибербезопасности. Речь идет не только об одностороннем сотрудничестве, но и об активном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Важно, чтобы это взаимодействие шло в двустороннем формате, о чем уже говорили коллеги.
устойчивое развитие этого сотрудничества должно продолжаться, но оно должно быть обязательно, обязательно должно быть инклюзивным. Например, в GPC участвует огромное количество членов, порядка 170. Из них 60 представителей различных стран, есть представители гражданского общества, частного сектора и так далее. У нас также есть партнеры, например, Международный союз электросвязи, другие международные организации. Поэтому такое взаимодействие, конечно, очень важную роль для нас играет. Также хочу отметить работу различных рабочих групп. Они работают над техническими, тематическими аспектами, которые касаются кибербезопасности. Далее. Вот это взаимодействие, например, которое реализовано в странах Африки, основывается на общем подходе, цель которого — наладить взаимодействие всех заинтересованных сторон. Мне кажется, это единственный возможный способ работать. Я передаю слово следующему спикеру. У вас будет 3 минуты для того, чтобы поделиться своими соображениями по этому вопросу. Благодарю вас, Соломон. Я считаю, что очень приятно, что моя коллега так много всего сказала во время ответа на первый вопрос, потому что доверие — это очень важно для сотрудничества. Как бывший президент говорил по поводу НАТО и сотрудничества в сфере безопасности. Это очень важно. Все опирается на доверие и сотрудничество. 38 государств в нашем центре объединяются как коалиция для решения единых задач, потому что киберпространство — это важный аспект, не имеющий границ, и сотрудничество играет поворотную роль здесь. Как создать сотрудничество? Это знать своего соседа и, во-вторых, выстраивать доверие к соседу. Но, как я уже сказал, сначала нужно доверие узнать. Доверие к соседу, которого ты не знаешь, невозможно. Поэтому должны быть определенные системы развития стандартов, практик, оценки существующего опыта с привлечением различных экспертов по программному обеспечению, техников и так далее. И это очень важно, личное доверие. Здесь на форуме мы все приехали из разных уголков планеты, и вот, например, у Украины и Эстонии, Эстония, да, моя страна, очень активно сотрудничали по вопросам развития цифровых наук. И сейчас вот действительно Украина так развилась, что фактически Эстония сейчас рассматривает строительство электронных институтов государственного управления, пользуясь украинской моделью. И это прекрасный пример того, как взаимное сотрудничество позволяет получить преимущество, прибыль для всех стран. И, конечно, мы говорили о том, что существует также и киберпреступность, которая делается по указанию определенных правительств. И это может быть и политический вопрос, может быть и какой-то финансовый вопрос. И сейчас вот наши друзья в Украине, которые подвергаются атаке от своего большого соседа, и, конечно, они понимают, что идет угроза не только их границам, но и их цифровому пространству также. Благодарю вас. Давайте перейдем к следующему вопросу по цифровой трансформации, которая, безусловно, повлияет на жизнь других людей, насколько уязвима цифровая трансформация и каким образом она может повлиять на жизнь людей в Африке, на права человека, на экономические аспекты, какие трудности, которые нам необходимо преодолеть. Пожалуйста. Я думаю, что
Потеря идентификации, потеря интеллектуальной собственности, потеря суверенитета, активов. Это все уязвимые моменты в киберпространстве. И нам необходимо обратить внимание на решение базовых вопросов. Одним из базовых вопросов является самоуважение. Самоуважение, из него вытекает уважение к другим. И то есть не нанесение вреда другим. И это, конечно, все имеет свои истоки в культуре. И вот в Японии существует понятие кармы. И нужно творить добро, потому что таким образом вы укрепляете свою карму. То есть социальные отношения – это, наверное, уязвимость номер один. И важно укреплять образование. Это очень важно для наращивания потенциала, это важный момент. Пожалуйста. Госпожа Камил, безопасность – это право человека. Цифровая безопасность ничем от этого не отличается. И создание ориентированного на человека пространства, безопасного киберпространства, где существует доверие для мирного существования, является фундаментальным аспектом. И это требует достижения мира, гармонии, сосуществования в пространстве. И для этого требуется последовательный подход по вопросам политики, социально-экономических аспектов и с учетом национальных интересов, безусловно. И все эти экономические и социальные преимущества должны исходить из открытости, цифровой открытости. То есть существуют, скажем так, конкурирующие интересы. И очень важно как раз найти определенные равновесия в этой связи. Госпожа Богдан Мартин. Да, здравствуйте. В 2021 году Интерпол обнаружил, что ВВП в Африке из-за киберпреступности пострадал на 10%. То есть экономические последствия киберпреступлений налицо. И, конечно, новые технологии несут в себе дополнительные риски, и доверие от этого, конечно, страдает. Как вы упоминали, общество не выиграет от цифровой трансформации, если не будет доверия. И это является фундаментальным аспектом для Международного союза электросвязи. Мы считаем, что построение сетей на основе доверия позволяют поддержать фундаментальные права человека, в том числе конфиденциальность, свобода волеизъявления и самовыражения. И мы демонстрируем нашей работой нашу поддержку стратегии ЮНЕСКО. Господин Шарак. Да, когда речь идет о кибербезопасности, у нас аналогичная озабоченность, самая важная озабоченность – это, конечно, люди. То есть нам необходимо более активно инвестировать в понижение риска и в общее понимание самой угрозы. То есть нам нужны инвестиции в квалифицированных специалистов. Технологические компании выделяют различные средства. Microsoft 20
миллионов долларов в прошлом году выделил, миллиардов, простите, долларов на протяжении, да, вообще последних 5 лет для защиты потребителей. И, конечно, мы опираемся на новаторские решения в области искусственного интеллекта для защиты от атак в киберпространстве. И мы ожидаем, что нехватка специалистов к 2025 году в области кибербезопасности составит примерно 3,5 миллиона человек по всему миру. Поэтому для того, чтобы эти проблемы решать, нам необходимо работать с гражданским обществом, частными компаниями, и мы должны поддерживать принципы мультистейкхолдеризма. Microsoft активно работает по подготовке специалистов. Мы объявили о наших планах компании по развитию навыков в киберпространстве в 23 странах. Есть программа работы в клауде, определенные решения. Вот Крис говорил о том, и в этом регионе конкретно. Благодарю вас. Я хотел бы сказать, что кибербезопасность прежде всего важна, и цифровая трансформация должна содержать в себе кибербезопасность. Если нет кибербезопасности, то тогда невозможно достичь успеха. То же самое по вопросам прав человека. Мы видим, что ряд стран на самом деле обрушиваются на свои гражданские общества, на институты, подрывают институты, и мы видели, что происходит. Мы считаем, что безопасность гражданских институтов, простите, очень важна. И если говорить об этом, то права человека и гражданское общество идут рука об руку, и мы не можем рассматривать кибербезопасность как некую отдельную проблему. Эта проблема рассматриваться в рамках всех политик по всем направлениям. Нам нужно разбить вот этот бункерный менталитет и вот все эти политики в области прав человека, безопасности, это все очень важно. И в Африке, и в других регионах нам необходимо достигать прогресса. Благодарю вас. Безусловно, уязвимость возникает из-за неправильного использования данных. И это вызывает озабоченность по вопросам прав человека, как только что было сказано, вопросам конфиденциальности, уязвимости различных групп, но особенно женщин. И вот то, что сейчас происходит в Африке, оно как раз связано с нехваткой доступа к данным, нехваткой ресурсов. И ЮНЕСКО следит за тем, что происходит в Африке, и было проведено исследование, и 3 вывода были сделаны. Важно наращивать институциональный потенциал в искусственном интеллекте, в цифровых технологиях, решать проблемы гендерного равенства, потому что только 20% специалистов по искусственному интеллекту в Африке женщины. Поэтому гендерное равенство — это важный вопрос. И ЮНЕСКО гордится тем, что мы подготовили 9 миллионов юных или молодых специалисток в Африке в рамках нашего партнерства. И нам необходимо продолжать эти партнерства для успешного использования искусственного интеллекта этих систем. Госпожа посол.
уязвимость в Африке – это часто вопрос жизни и смерти. Если вы посмотрите на различные инфраструктуры, такие как здравоохранение, кибератаки на электроэнергетические сети, это часто на самом деле может повлиять на кого-то, на возможность выжить для кого-то. И насилие также происходит, и это вызывает все озабоченность, и мы очень часто видим, что есть и уникальные интеллектуальные решения в области интеллектуальной собственности, и которые не вознаграждаются должным образом. И эта уязвимость также ведет к потере заработка. И как вы помните, в Африке вот мы говорили о партнерстве на конференции Partner to Connect, о том, что создать определенный протокол по кибербезопасности для защиты объектов критически важных инфраструктуры для поддержания сообществ, проживающих на этом континенте. Благодарю вас. Так, цифровые технологии, безусловно, неотъемлемо связаны с правами человека и процветанием человечества. Посмотрите, за последние 2 года цифровая технология трансформировалась. Как мои родители пользуются здравоохранением, мои дети. Каким образом мы общаемся друг с другом. И отсутствие доступа бывает 2 типов. Пока 3 миллиарда человек по всему миру еще пока не пользуются интернетом. И Дарин проводит колоссальную работу, и Межзвездный союз электросвязи будет продолжать эту работу продолжать. И помощник секретаря по технологиям. И в этом году есть правительства, которые намеренно отключают своих пользователей от интернета. Поэтому с глобальной точки зрения, с точки зрения безопасности, с одной стороны, страны развивают инфраструктуру связи, мы должны все призывать к открытому, надежному и безопасному обществу и с цифровой экосистемой. И теперь в заключение последний очень важный вопрос. Какие методы мы можем взять на вооружение для того, чтобы бороться с ложными сведениями и дезинформацией в пространстве и каким образом работать в области решения проблем климата и политики. Да, если говорить на малом уровне, вот в Эстонии, как бывший президент Томас Илвс говорил, разработчики ПО в свободное время занимаются вопросами поддержки национальной кибербезопасности. И это важно. То есть они выделяют свое время для борьбы с дезинформацией, в частности, вот по тому, что происходит в Украине и по другим вопросам. Существует большое количество добровольцев, которые работают. И, во-вторых, это, конечно, образование, образование, еще раз образование. Нам нужно как раз работать в данном направлении. Все мы понимаем, мы можем разобраться, где правда, а где ложь. И нужно вот эту образовательную деятельность продолжать. Господин Томас, пожалуйста. Благодарю вас. Мой коллега, соотечественник, сейчас вот говорил об этом вопросе. У нас довольно-таки значительный элемент гражданского общества, который принимает участие в развенчании различной дезинформации, потому что в моей стране правительство
не может тратить время на борьбу с дезинформацией, к сожалению. И вот такой пример приведу. Вот АРТ, это российская телестудия Германии, активно пропагандировала воздерживание от вакцинации, то есть антивакцинационные настроения. И, то есть они говорили, что людей уволят, если они не вакцинируются. То есть это получается, то есть это такая информационная война на основе дезинформации, которая в итоге ведет к подрыву наших общего здравоохранения. Вот такие тенденции, с которыми необходимо бороться. Пожалуйста. По вопросам дезинформации. Я считаю, что особый специалист ООН по вопросам свободы слова и выражения, которая проводит очень важную работу, объясняла, что лучший способ защиты от дезинформации – это создание условий для процветания плюрализма и терпимости и поддержания прав человека. То есть вместо отключения людей от интернета необходимо финансировать плюрализм, изыскивать способы поддержания плюрализма и составлять определенный ландшафт, на котором плюрализм будет процветать. И информация из вот этого общих голоса будет произрастать. И это здесь является ключом. Необходимо развенчивать мифы, проводить образование неоднократно, и определенный уровень умеренности в работе на социальных платформах также очень важен. Большое спасибо, господин Йошида. Вам слово. Спасибо. Нам тоже интересно поговорить по поводу проблем о кризисе в климата и в том, что касается дезинформации в этой части. Действительно, дезинформация в этом вопросе откладывает решение проблем мирового уровня. И мы считаем, что правительства не должны основывать свои решения на ложной информации. Это обсуждение должно вестись на уровне всех заинтересованных сторон. С другой стороны, правительство также должно предоставлять объективную информацию, а эксперты должны предоставлять научные данные, научные доказательства. И когда мы это делаем, мы не должны забывать и о свободе речи, свободе самовыражения. Почему это важно? Это действительно приоритет, который требуется рассматривать и учитывать на мировом уровне. Кроме того, важным вопросом является грамотность, цифровая грамотность. Спасибо большое. Госпожа Черкесова, это вам вопрос. Очевидно, что недостоверная информация и дезинформация сегодня инструмент и даже оружие в текущей международной обстановке. И поверьте, нашей стране это очень хорошо знакомо. Мы постоянно сталкиваемся с серьезными, высокотехнологичными и тщательно подготовленными атаками в информационном пространстве. Классические угрозы — это взломы сайтов, DDoS-атаки, и это лишь малая часть инструментов. Доминирующую роль, безусловно, занимают фейки. Это распространение недостоверной информации. Вот для понимания, число кибератак на информационные ресурсы России в этом году увеличилось на 80%, возросла их мощность и продолжительность. И порядка 9 миллионов фейков было распространено у нас за этот год. Наш опыт показывает, что в борьбе с дезинформацией важно оперативное и стратегическое противодействие. И второе заключается в том, чтобы информационное поле было максимально полным, в котором нет информационного вакуума. Но, мне кажется, глобальная проблема в том, что сегодня информационное пространство все больше подвержено рискам фрагментации.
и цифровая дискриминация пользователей, социальных групп и целых стран стала обычным делом. И страдают при этом в основном обычные люди. И сейчас стоит острый вопрос о необходимости создания критериев ответственного поведения глобальных цифровых платформ и инструментов реагирования их деятельности, регулирования их деятельности. Сейчас получается, что цифровые гиганты злоупотребляют своим доминирующим положением и зачастую подменяют собой государство. И нам кажется, что было бы правильно иметь какой-то единый свод правил по ответственному поведению глобальных цифровых платформ в национальных юрисдикциях, безусловно, под эгидой ООН, и, наверное, было бы правильно этот вопрос обсуждать в рамках подготовки глобального цифрового договора. Спасибо. Thank you. Thank you, Mr. Kaseva. Mr. Chen, over to you. Госпожа Черкесова. Действительно, существует целый ряд проблем, и в том числе и разногласия в обществе, не только разногласия, но и несогласия с правительством. Правительство часто реагирует на это, не учитывая свободы граждан. Нам необходимо, чтобы международные организации предоставили отчетность в этом отношении. Это необходимо и для наращивания потенциала, и для того, чтобы политика была реализована на уровне международных институтов. Права человека и законодательство в этой сфере является важным вопросом, поэтому комитет принял декларацию по борьбе с терроризмом. И в этой связи наша работа не может останавливаться. Мы должны ее продолжать. Спасибо. Ваше превосходительство, следующий комментарий. Да, я, вы знаете, хотела ответить следующим образом про цифровую грамотность. Вы знаете, в конце концов, нам необходимо дать гражданам инструментарий. Мы должны вооружить их для того, чтобы они сами могли справляться с дезинформацией и фейковыми новостями и делать факт-чекинг. И особенно пика достигла эта проблема во время пандемии коронавируса. Нам чрезвычайно важно стало бороться с этими явлениями на пике пандемии. Мы могли зависеть в этой борьбе только от того, насколько грамотны наши сограждане, насколько эффективно они умеют это делать. Именно поэтому нам необходимо настаивать на том, чтобы социальные сети, платформы модерировались лучше, потому что без должного модерирования мы не можем решить проблему с теми людьми, которые не владеют достаточным инструментарием, чтобы самим справляться с наплывом фейковых новостей. Хорошо, спасибо большое за ваше мнение. Давайте перейдем к следующему выступающему. Большое спасибо, Соломон. Говорит Реми Маришо. Спасибо большое, что вы мне дали возможность ответить на этот вопрос. Я хотел рассказать про две инициативы, в которых мы принимаем участие. Одна касается демократии. В 2009 году мы создали партнерство для того, чтобы продвигать идею свободы слова. В прошлом году, в сентябре, в Нью-Йорке была организована еще одна инициатива про информирование демократического общества. Вторая инициатива это касалась общественных медиа. Мы
включены в эту программу и финансово, и другими способами поддержки. Это партнерство действительно является очень важным вызовом для нас. И развивается оно в основных европейских странах. Мы работаем над более совершенным законодательством, более совершенным регулированием этого вопроса. И призываем демократии делиться своими наработками, своим опытом в решении этих сложных проблем. Большое спасибо. Я, наверное, не удивлю вас, если скажу, что это еще одна сфера, в которой мультистейкхолдерная модель работает наилучшим образом, и Microsoft в этом принимает активнейшее участие. Мы недавно придумали новый подход к тому, каким образом бороться с такими фейками, с такой нечестной информацией. У нас есть принцип 4D, это по-английски. Первое — это обнаружение. И обнаружение ведет к прерыванию или нарушению недобросовестных операций. Третье — это не давать размещать рекламу для того, чтобы не финансировать такую деятельность. Третье — это принцип D — это предотвращение, для того, чтобы это не распространялось. И четвертое D — это защита. Защищать инфраструктуру, защищать экосистему с такими способами, как повышением образованности населения и другими способами, такими как, например, возобновление или восстановление деятельности обычных журналистов, которые не действуют в цифровом пространстве. Спасибо. Я очень хотела, чтобы вы рассказали нам про платформы, которые связаны с фейками. Ну, спасибо вам большое за то, что вы поделились с нами вашей информацией. Теперь я хотел предложить в 30 секунд каждому докладчику уложиться и выразить свои заключительные соображения. Господин Томас, вам первому слово. Господин Томас, 30 секунд у вас. Если вы что-то говорите, то мы вас не слышим. Да, я хотел повторить уже сказанное, что общие ценности и права, они являются основными по отношению к любым формам в цифровом пространстве. То есть, если мы соблюдаем это в других сферах, то в цифровой сфере это тоже должно выражаться. Спасибо большое. Следующий докладчик. Госпожа Камиль. Да, я хотела тоже подчеркнуть, что новый способ отношения к этой проблеме, то, как мы пытаемся ее решить, это посмотреть с точки зрения технологий, и мы не всегда можем эту проблему решить таким образом. Мы не можем решить ее каким-то одним решением. Нам необходимо рассмотреть эту сложную проблему с самых разных точек зрения. Таким образом, мы сможем посмотреть, каким образом мы можем сосуществовать мирно и при этом принять на вооружение процесс трансформации. Я думаю, что нам нужно сфокусироваться на проактивных мероприятиях прежде всего. Следующий докладчик. Спасибо.
В заключение я хотела сказать, что для того, чтобы у нас было доверие к цифровым технологиям и безопасность, нам нужно относиться друг к другу как к равным и как к ценным партнерам. Глобальный юг, глобальный север, все мы должны быть равными партнерами, и это партнерство должно быть прозрачным и должно основываться на равных ролях. Мы должны ценить друг друга как граждане и как акторы в сфере безопасности. Господин Йошида. Спасибо. Я хотела сказать в заключение, что в 2019 году на саммите в Осаке мы подчеркнули вопросы, связанные с безопасностью и доверием к цифровым технологиям. Доверие – это не вопрос какого-то одного стейкхолдера. Правительство не может быть единственным актором, или общество не может быть единственным актором. Мы должны действовать сообща, и IGF – это прекрасная площадка для обсуждения этих проблем и для выработки совместных решений. Мы с нетерпением ждем следующего года и возможности обсуждать эти проблемы, в том числе цифрового разрыва, цифровой инфраструктуры, вопрос, связанных с технологиями и данными. Мы очень будем рады вас видеть в Японии в следующем году. Хорошо, госпожа Черкесова, вам слово. Тема информационной безопасности одна из приоритетных для всех. И Россия на протяжении 20 лет продвигает обсуждение этой темы на площадке ООН. И мы считаем, что универсальные решения должны быть именно приняты на международном уровне. Это первое. Не могу также не вспомнить прецедент с ограничением деятельности Африник. Я, наверное, особенно уместно вспомнить это здесь, в Адис-Абебе, на африканском континенте. Кейс Африник, его инициатива по получению статуса международной организации, которая обеспечивает иммунитет национальной юрисдикции, несомненно, подлежит дальнейшему рассмотрению в рамках широкой дискуссии с участием всех заинтересованных сторон в ООН. Ну и, конечно, не могу не сказать, что в последнее время Россия прошла через своего рода своеобразный глобальный цифровой эксперимент, от которого не застрахована ни одна страна, но это испытание мы выдержали и готовы поделиться своим опытом с развивающимися странами. И, пользуясь случаем, я приглашаю всех заинтересованных стран на второй саммит «Россия-Африка», который состоится летом в Санкт-Петербурге. Спасибо большое. Thank you. Mr. Chair. ICT is a double-edged sword. Я хотел сказать, что ICT на самом деле, ИКТ — это такой, знаете, меч о двух концах, оружие, которое может быть и полезным, и на самом деле вредоносным. Спасибо, хорошо. Следующий докладчик. Здесь я хотела бы подчеркнуть, что мы действительно должны решать вопросы срочно, в срочном порядке. Нам нужно совместно действовать в большем масштабе, воспользоваться существующими наработками и включить в эту работу и женщин, и разные секторы, в том числе государственные, частные. Очень важно подчеркнуть вопросы цифровой грамотности. И нам не нужно забывать о том, что каждый из нас может сделать как просто отдельно взятый человек, а не как организация. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что все заинтересованные стороны играют важнейшую роль для того, чтобы обеспечить защиту прав человека и безопасности в интернете.
У нас действительно стоит целый ряд вызовов, которые цифровая эпоха перед нами поставила. Это в том числе и цифровое преобразование, цифровая трансформация. Это и устойчивое развитие. Недавно мы опубликовали одну из работ, которая будет вам, будет особенно правительством полезна, в которой излагаются принципы разработки технологий для того, чтобы они служили на пользу и обществу, и управлению страной. Спасибо. Одно из опасных заблуждений в сфере технологий – это то, что технология сама по себе важна. На самом деле нет. Технология – это не отдельная вещь. У нас сначала идут люди, потом процессы, потом технологии. Давайте сконцентрируемся на людях, давайте наращивать потенциал, давайте наращивать наши дипломатические связи и использовать такую площадку, как IGF, для обсуждения этих вопросов. Большое спасибо. Следующий докладчик. Спасибо большое. Доверие к цифровым технологиям – чрезвычайно важная тема. Доверие между акторами в этой сфере – тоже очень важная тема. Многие на эту тему сегодня высказывались. Я считаю, то, что запрещено в жизни, должно быть запрещено и в цифровом пространстве. Мультистейкхолдерная модель должна развиваться, и мы должны ее защищать. Мы должны быть как можно более открыты в этом отношении. Спасибо большое. Я думаю, что нам необходимо реализовать то, по поводу чего мы пришли к согласию, особенно на уровне различных стран. Нам необходимо реализовать законодательство о правах человека. И вот это надо реализовать, опять, как уже сегодня говорили про наращивание потенциала, это очень важно. И это важно для многих сообществ. Я бы также хотела разнести техническое управление интернетом и управление контентом. Технический слой здесь. Пожалуйста, не трогайте ничего, что работает уже. Это делается мультистейкхолдерным сообществом, и здесь все всегда работало с самого начала. Пожалуйста, не надо это ломать. Но то, что касается уровня контента, да, здесь действительно нужно этот вопрос обсудить. И здесь при этом нужно подходить реалистично, потому что в мире есть мир очень разнообразен. Спасибо большое. Думаю, что все мы здесь в зале, у нас общие ценности относительно того, что мы хотим. Мы хотим благосостояния и мира для своих стран. Мы четко обозначили, что киберпространство и интернет – это путь в будущее. И именно он и поможет обеспечить это благосостояние. Для этого нужно сотрудничество. И нам нужно действовать трансграничным образом. Нам нужно разрабатывать и технологические решения, и такие, чтобы все могли ими пользоваться для того, чтобы вырабатывать доверие между людьми. И тогда у нас будет мир в киберпространстве. Господин Петерс, спасибо. Спасибо большое. Очень интересно. Видите, мы упражняемся в передаче микрофона. Спасибо большое, говорит Крис Пейнтер. Во-первых, я думаю, что мы добились больших результатов, но еще многое предстоит сделать. Но я вот смотрю и занимаюсь этим уже давно. И кибербезопасность становится большой проблемой. И только когда что-то происходит, мы на нее обращаем внимание минут 15 и потом забываем о ней. Это нужно менять. Нам нужно действовать быстрее, нам нужно преодолевать барьеры, нам нужно действовать мультистейкхолдерным образом.
и мы должны наращивать возможности. И я утверждаю, что если хотите узнать побольше о моей информации, приходите на сайт wgfc.org. Спасибо, Соломон. Прекрасная дискуссия. Вывод для меня следующий. Это действие должно быть общее, как по защите индивидуальных лиц, так и общества от киберпреступности. Мы должны бороться вместе с дезинформацией. Все это нужно делать вместе. И необходима скоординированная, комплексная стратегия, и эта задача стоит и между общественным сектором, и гражданским обществом перед всеми нами. Спасибо большое. Думаю, что нам нужно создать доступные платформы, которые позволяют выражать свое мнение всем заинтересованным сторонам. Это станет очень важным основанием для обеспечения доверия и уважения. Эта платформа, это, так сказать, основание для дальнейшего развития. Спасибо большое. Еще раз благодарю всех уважаемых участников панельной дискуссии. Спасибо большое, что вы участвовали в обсуждении этой важной темы. Спасибо за ваши очень проницательные выводы относительно того, как сделать интернет более хорошим пространством, в котором можно друг другу доверять. Думаю, что эту мудрость мы сможем использовать для выстраивания более безопасного цифрового будущего. Спасибо большое. Поаплодируем участникам дискуссии. Вы, конечно, знаете, что в интернете есть открытые стандарты, доступные процессы по выработке политики. С самого начала в интернете успех обеспечивался благодаря этому сотрудничеству. Но при этом в интернете постоянно возникают какие-то сложности. Это очень сложный мир, и цифровая безопасность здесь очень важна для экосистемы. И все это очень важно для цифровой трансформации. Инновация очень важна, правильное руководство, социоэкономическое благосостояние. Все это зависит от доверия, и его нужно добиваться каждый день. Я с оптимизмом смотрю на то, что все мы, и законодатели, и эксперты, и те, кто принимает решения, что мы все единая человеческая семья, и мы сможем вместе защитить и наше ценное цифровое пространство, без которого мы жить не сможем. Я бы хотел поблагодарить ООН, Организационный комитет IGF и их его сотрудников, а также правительство Эфиопии за организацию этого прекрасного форума. Надеюсь, что вы сможете воспользоваться доброжелательностью, традициями прекрасными, культурой и гостеприимством и кухней этой красивой страны, замечательной страны. Спасибо большое. Объявляю заседание закрытым.